Всем привет, дорогие друзья! С вами канал «На живой вопрос». От всей души я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья и всеобщего благополучия. Пусть все задуманное удается, а преграды обходят вас стороной. Но главное – верить в то, что вы делаете. Для канала «На живой вопрос» этот год стал по-настоящему знаковым. На канал подписалось 434 человека, и все вместе мы собрали почти 43 тысячи просмотров. А это значит, что канал «На живой вопрос» бодрым шагом идет вперед. И все для того, чтобы рассказать вам что-нибудь интересное. А сейчас я хотел бы передать слово весьма уважаемым и известным нажиманам. Ну а я пошел дальше, ведь у меня есть новые «На живые вопросы». У нас близится Новый год. Пожелайте что-нибудь зрителям канала «На живой вопрос». Да, конечно. Больше хороших ножей, ребята. Ножей, патронов, денег и женщин. А, нет, это не говорил, я уже женат, да. Вот, много не бывает. И здоровья. Да, и здоровья. По старой доброй традиции желаю вам всем хорошего реза и тотального счастья. Когда вы довольны, вам хочется новых ножей. А тогда доволен и я. Да. Приветствую всех дорогих подписчиков, зрителей канала «На живой вопрос». Володя, приветствую тебя. Приветствую душевно. Ну что, наступает Новый год. Я надеюсь, что у всех дорогих нажиманов он прошел замечательно, и в коллекции появилось много классных, интересных моделей. Вот. Что хочу пожелать? Ну, в первую очередь, здоровья вам, вашим близким, процветания семье, чтобы у вас было как можно больше средств, которые могли бы потратить на свою неизлечимую болезнь под названием нажимание, вот, поскольку она не лечится, я думаю, вы все это поняли. Вот. Ну, я искренне желаю, чтобы в новом году было как можно меньше ограничений для нас, да, для нас, точно. Любителей ножей, чтобы чаще можно было встречаться на вот таких вот мероприятиях, на таких площадках, как вот выставка «Клинок» и другие, да, потому что это те немногие места, где можно найти единомышленников в большом количестве. Вот. Поэтому всем вам хорошего настроения, позитива, будьте здоровы и улыбайтесь почаще. Дорогие подписчики канала «На живой вопрос», от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю крепкого здоровья вашим семьям и оставайтесь с нами. Желаю всем, всем нашим зрителям найти себя, найти своего друга, свой нож, который будет с вами на протяжении следующего года и поможет развиваться в каком-то направлении. Друзья, всем привет! Это Артминшоп Шакуров. И... Доброе утро! Да, всем утро доброе. Вот петличка здесь, можно будет сюда потом что-то говорить. Всем прежде всего хочется пожелать поздравления с наступающим новым 2022 годом. Всем здоровья крепкого и чтобы у вас все получалось. Друзья, уважаемые, я вас просто призываю быть благоразумными всегда, делать все, что угодно, думать о последствиях, это важно. И главное, чтобы вы все были здоровы и счастливы. Ура! Свободу, Анджей Дэвис. Уважаемые, да, зрители, подписчики канала, желаю вам всем в первую очередь здоровья, удачи, терпения, в конце концов. Скоро все это кончится, и все будет нормально у нас в этой жизни. Всем удачи, добра. Друзья, мы все друг друга любим. Я с большой теплотой отношусь к ножам фирмы Сарол. У меня у самой есть несколько из коллекции. Поскольку подвернулся такой повод, друзья, во-первых, покупайте эти замечательные ножи. Во-вторых, я поздравляю вас всех с наступающим годом, счастья, здоровья, любви, успеха. Пока, друзья, всем счастья. Ну, всех с наступающим Новым годом. Что еще сказать, я даже не знаю его. Давай пожелаем всем здоровья, добра. Всем здоровья, добра, удачи, денег и побольше острых ножей. Это действительно очень важно, а также важно, чтобы каждый из нас Новый год имел острые ножи, крепкую семью, и чтобы у всех все было хорошо. Присоединяюсь.
Ну и отлично. Всему Knife & Beauty еще раз один большущий привет от нас с Андрюхой. Андрюх сегодня на выставке «Клинок» заглянул к нам, и мы очень рады тому, что вы нас сейчас видите. Всем пока, парни! Друзья мои, у меня пожелание такое. Мы со всем этим коронавирусом утратили огромный кусок человеческого общения. Мы перешли в телефоны, в интернет, и нам очень не хватает живого общения всем. Вот даже если вам кажется, что вы супер общительный человек, я вот тоже супер общительный и по работе, и по жизни так получается. Я вижу, насколько меньше я стал общаться с родственниками, с друзьями, ну, со своими близкими. Вот я желаю вам, конечно, в первую очередь, да, здоровья и следить за здоровьем, и заботиться о своем здоровье. Это вот сейчас такое время. Но второе, что я вам пожелаю, ребята, собирайтесь с близкими, встречайтесь. Пусть Новый год и новогодние каникулы будут временем, когда вы увидитесь с друзьями, когда вы увидитесь со своими близкими. Не просто позвоните в Новый год и пожелаете там всего самого-самого, а когда вы вместе сядете за новогодний стол, вот как это принято, как это, ну, вот у моих родителей было принято, да, то есть собраться вместе. Вот я желаю вам, знаете, прожить это тепло, уют семьи, друзей, чтобы вот праздник был действительно теплым в душе. Ну и, конечно, чтобы и в старом году, и в новом году нам сопутствовало материальное благополучие. Без него никуда, без него и настроение другое совсем. Да. Пускай денег хватает, не надо гнаться за какими-то там заоблачными сверхприбылями, но пускай хватает и чуть-чуть остается. Пусть здоровье позволяет замахнуться на все те салатики, которые мы хотим в Новый год, да, и не только салатики. Пусть семья будет надежным тылом, пусть детки радуют и продолжают наши дела. Пусть Новый год нам принесет новые радости, новые приключения, новые интересы в жизни. И давайте видеться чаще. Давайте. Ну а с вами был канал «На живой вопрос». Всего вам самого острого, Виктор, друзья.